Здравствуйте, вы на канале Вселенная Beautiful World, и это проект «Разговор о главном». Меня зовут Валерия, и у нас в гостях журналист Константин Корнилов. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Константин, расскажите, пожалуйста, как вы пришли в профессию журналиста? Ну, пришел я в нее не сразу. Сначала я учился на учителя русского языка и литературы, но так как по определенным обстоятельствам решил не идти в учителя, точнее, я немножко поработал в школе, но мне оказалось это не так интересно. И в какой-то момент я стоял перед выбором, чем заниматься дальше. А так как у меня был небольшой опыт работы в газете «Районные вести» менеджером по рекламе, я увидел объявление о том, что требуется корреспондент, и я решил попробовать. И вот уже практически 4 года работаю в газете. Какими качествами должен обладать журналист? Работа журналиста требует от человека разносторонней развитости. И есть расхожее в среде журналистов выражение, что не существует учебного заведения, которое бы могло правильно подготовить журналиста, потому что зачастую человек должен обладать самыми узкими знаниями в какой-то профессии. То есть, например, если человек пишет о заводе металлообрабатывающей продукции, то он должен знать характеристику материалов, СНИПы, какие-то другие узкие термины, которые ходят именно среди людей этой профессии, чтобы общаться с ними на одном языке. С одной стороны, журналисту нужно донести до читателя информацию в доступном виде, а с другой стороны, ему надо удовлетворить желание человека, с которым он общался. То есть, как тот видит ту информацию, о которой он рассказывает. Поэтому в профессии журналиста нужно постоянно чему-то учиться, постоянно перескакивать, можно сказать, с одной темы на другую и уметь в этом, так скажем, вариться. А какие вопросы решает районная пресса? Ну, прежде всего, это освещение самых главных событий в общественной и политической жизни. Ну, если говорить утрированно, то, в принципе, мы так и, наша газета так и называется, общественно-политическая газета района. Мы рассказываем о тех новостях, которые случились за неделю, потому что у нас еженедельный выпуск. Стараются в газете всегда отразить важные изменения в законодательстве, в социальной сфере. Нас читают в основном взрослые люди от 25 и старше. Ну, конечно, возрастной контингент, он намного шире, чем молодежь. Но также в газете есть и страницы для людей более молодых. Это спортивные новости, новости из школ, детских садов. А как вы считаете, печатные СМИ, они долго будут существовать? Ну, этот вопрос начали обсуждать, мне кажется, где-то с середины 90-х, когда в страну нахлынул поток новых технологий, компьютеризация, когда развернулась сеть интернет. И сейчас мы видим, что современные коммуникации проникли уже во все глубинные места России. Телефонной сетью, сетью интернет охвачена почти вся территория страны. И в связи с этим перед печатными СМИ как раз и встал такой вопрос, а что делать дальше, как жить. Но само время уже отвечает на этот вопрос за газеты. Те, кто сумел выстоять перед напором хлынувшей информации, как-то нашел свою нишу. Ну, во-первых, что помогает газете держаться? Это ее читатели. Те, кто более привык к печатному слову, это не только канал получения информации, ну и часть жизни человека. То есть это часть его привычки открыть газету и прочитать. То есть люди... Почему мы, например, смотрим те или иные каналы, тот или иной контент, почему он нас устраивает? Это часть привычки. И газета тоже часть привычки. Но держится газета, конечно, не только из-за этого. Например, ну, есть распространенный, тот же YouTube пресловутый возьмем, есть каналы с огромным охватом, 5 миллионов, там 6 миллионов подписчиков, но там нет информации про бабу Тосю. Вот. А баба Тося, она всю жизнь проработала в колхозе, там у нее 8 внуков, они все ее обожают, приезжают, там они сажают вишни, там, ну это я просто такой пример из воздуха выдумал, но суть его в том, что проблемы узкого какого-то круга людей, в данном случае вот район у нас, ну, сейчас 35 тысяч, сюда не заходит вот эта вот группа с большим охватом. Она не отражает проблемы, чаяния тех людей, которые здесь живут. И именно для них и существует районная газета. Скажите, где вы обычно берете информацию достоверную именно? Ну, это зависит от формата данных, там, с каким я работаю. Достоверность информации обычно проверяется по нескольким источникам. То есть возьмем какой-нибудь простой пример. Мне нужно написать о человеке. Да, это, ну, возможно, какому-то юбилею. Приурочено, там, человек известный, ну, но, например, я про него мало знаю. То есть... Что мне необходимо? Ну, во-первых, я иду и общаюсь с этим человеком. Я узнаю как-то его судьбу, он мне рассказывает какие-то данные. И чтобы их подтвердить, я использую какой-то другой источник. Ну, например, я звоню его начальнику. Ну, например, это я писал про рабочего на заводе, который работал там 30 лет, он ветеран труда, ну, или более 30 лет, он ветеран труда. Я звоню его начальнику, и начальник мне подтверждает, да, вот у меня работал такой человек, это ответственный сотрудник, он заработал у нас, он сделал то-то, то-то. И поэтому я, выдавая это уже материал редактору, я могу быть уверен, что у меня информация подтверждена. Например, если ты работаешь с другими данными, не с людьми, обязательно... Ну, что это может быть? Например, у нас есть криминальная хроника. Вот. Такой момент, на ней я обжигался, как бы газета обжигалась. Я имею в виду, что у нас были допущены некоторые ошибки и приходилось давать опровержение. Ну, так скажем, ошибки это... Ну, не могу сказать, что... обязательная составляющая, но они случаются так или иначе, потому что поток информации, который через газету сегодня проходит, он огромен. То есть у нас, если открыть ее, там 16 или 20 полос, причем половина газеты это реклама, объявление, то, что, ну, как мы сказали, не требует обязательной проверки на факты. То есть там, например, давая объявление, мы не даем никакой, ну, не несем никакой ответственности за информацию, ну, в определенных пределах. То есть за факты мы не несем ответственности за проверку рекламы. Вот. Но даже наполняя эту половину газеты, оставшуюся, мы работаем с огромным количеством информации, привлекаем большое число спикеров, это и чиновники, и обычные люди, также... Есть, мы перепечатываем статьи из, например, ростовских изданий, такое тоже у нас практикуется, Донские новости у нас часто проходят, отдельный врез у нас идет. Поэтому, да, проверка данных это, ну, скажем, такая... Это краеугольный, проверка данных это краеугольный камень в газете, и с этим нужно быть очень аккуратным. А что делать, если фейковая новость все-таки идет в печать? Ну, тут, мне кажется, больше играет роль профессионализм тех людей, которые отвечают за выпуск номера и газеты. То есть, конечно, если ты пришел в прессу вчера там, или позавчера, то очень трудно определить, что именно нужно печатать, что печатать не нужно. Ну, во-первых, у газеты, у любой газеты есть устав. Такой внутренний документ, согласно которому определяется перечень задач издания. И, ну, в принципе, если новость выпадает из этого устава, то, соответственно, нужно контролировать, чтобы она в газету не попала. Если, ну, такое случается, и не только с подачи каких-то крупных источников, например, может прийти человек в газету и рассказать какую-то историю. Например, что его ограбили. Он прилагает всяческие усилия, давит на жалость, может, психологическое давление, чтобы издание стало на его сторону и помогло ему в его проблеме. С одной стороны, газета всегда, ну, основная функция газеты – это быть полезной читателю. И, в принципе, позиция читателя – это и позиция газеты. И газета всегда хочет идти на помощь людям. Но в данном случае, если слепо следовать вот этим просьбам человека, с которым ты, возможно, даже не знаком, вот, это как раз путь к тому, чтобы вот такие фейковые новости и попадали в эфир. Поэтому тут нужна только проверка, контроль. Вот, а если, ну, что-то вышло не соответствующее фактам, то первая задача грамотного издания и издателя — это тут же выпустить опровержающую статью, которая расставит все точки над «и», чтобы и не было вопросов, и не было никаких неточностей. Угу. А о свободе слова миф это или реально существует? Ну, тут надо подходить к такому вопросу осторожно. Дело в том, что каждый понимает эту свободу слова очень приватно. И в последнее время словосочетание «свобода слова» стало определенным рычагом давления на издание. Вот. Когда под предлогом рассказать какую-то, возможно, нелицеприятную, но правду, пытаются лоббировать свои корыстные интересы определенные группы. Вот. Ну, как бы в нашей газете, так как у нас небольшой охват, и, ну, я не думаю, что мы как-то можем кардинально влиять на политические какие-то тектонические такие плиты. Вот. Слава богу, у нас такого давления нет, или оно ощущается минимально. Конечно, это забота больших СМИ. То есть на региональном уровне такой проблемы практически нет. Говорят, что в региональных СМИ делают неинтересный и скучный контент. Как вы думаете, как вы к этому относитесь? Проблема привлечения читателей, вот, проблема сделать действительно интересную новость, это одна из, так скажем, насущных проблем, которые сейчас существуют именно у региональной прессы. Почему? Потому что она еще, несмотря на то, что прошло много времени, она еще не отказалась от всего наследия, которое у нее было, я имею в виду советский период. А уже молодое поколение, ну, поколение миллениалов, или как их уже называют, поколение X, Y и Z, они потребляют информацию уже немножко в другом виде. Даже изменяя верстку, изменяя дизайн, очень трудно привлечь новое поколение к печатному СМИ. И в этом играет роль и образование, современная школа, те тенденции, которые сейчас проходят именно в системе образования. Согласен, что охват печатного издания, он уже и более сконцентрирован на определенной группе людей. Именно поэтому сейчас все региональные издания, ну, можно с уверенностью сказать, что 6-7 лет, они начинают переходить на другие платформы. Развиваются интернет-сайты. Самыми первыми были интернет-сайты, а потом постепенно подтянулись группы в соцсетях. И сейчас некоторые в большей степени, некоторые в меньшей степени издания, они ушли в соцсети. И вот наша районная газета имеет свое представление и в Одноклассниках, и в ВКонтакте, и в Инстаграме, и в Фейсбук, но в меньшей степени. То есть те площадки, на которых мы можем привлекать аудиторию, мы привлекаем. И на некоторых больше 3-4 тысяч человек, именно читателей, которые проявляют активность, оставляют комментарии. Поэтому издание, оно расширяет свои площадки и пробует привлекать читателей другими способами. Как вы думаете, насколько подростки поддаются влиянию в обществе и пропаганде чего-либо в СМИ? На мой взгляд, подростковая среда, она наиболее уязвима для влияния извне. Человек в возрасте от, ну, так скажем, уже, наверное, от 10-11 лет и до 15-16 в силу определенных физиологических причин и психологических. То есть в этом возрасте человек активно меняется, формируется личность и психология. Он старается, так скажем, утвердить себя как личность, отказаться от какого-то влияния, возможно, родителей. И поэтому он старается получать информацию из наиболее широкого круга источников. И, соответственно, он попадает под влияние определенных и социальных групп, и мировоззренческих каких-то направлений. Вот. Поэтому влияние улицы, того круга общения, с которым он связан, это друзья, там, подруги, может быть, какие-то знакомые, в том числе и все социальные сети, в которых он, так скажем, варится. Вот, все это огромным образом влияет на построение его личности. Для чего нужны региональные СМИ? Мне кажется, уже немножко ответили на этот вопрос. Если уже отвечать еще раз на поставленный вопрос, зачем нужна в районе газета, это ответ на наиболее живые вопросы, которые существуют, и доведение до людей информации по различным сферам законодательства, права и, ну, там, любая другая новостная информация. Как, на ваш взгляд, за последние несколько лет изменилось место СМИ в информационном потоке? Я не могу сказать, что за последние несколько лет что-то кардинально изменилось. Я пришел в газету в 2016 году и могу сказать, что люди все больше и больше стремятся получать самую актуальную информацию как можно быстрее. Ну, я, например, сужу о себе. То есть если я жду какую-то новость, то я хочу узнать о том, что это случилось немедленно, раньше других. И в этой гонке вооружений СМИ выигрывают те, кто наиболее оперативен в подаче информации. И, ну, у нас есть несколько конкурентов в районе. Это в основном электронные издания. новостные какие-то каналы. Так или иначе, мы стараемся вот эту гонку, вот это сражение за подачу новостей не проиграть. Но у нас, как, так скажем, официального источника информации, у нас больше ответственности. За каждое слово, которое мы печатаем, мы несем персональную ответственность. Вот если там некоторые каналы, они позволяют себе быть анонимными, не раскрывая свои источники, не публикуя ни имен редактора, ни автора контента. В общем, создателей мы зачастую и не знаем, кто там под каким-то выдуманным именем, какой-то крокозяблей, вот, публикуются новости. Зачастую, конечно, ну, это не очень красиво, так скажем, с чисто этических точек зрения, но тем не менее мы в этой битве тоже стараемся не проигрывать и выдавать, тем не менее, качественную информацию и раньше других. Что является основной проблемой для региональных СМИ? На сегодняшний день, скорее всего, это уменьшение количества читателей, потому что все-таки население района, оно не прибывает, в данном контексте очень актуально, да, и все-таки заинтересовать читателя, это всегда остается на протяжении всей истории печатного издания, это сохранение читателя и привлечение нового. Вот, это основная задача и основной, так скажем, пафос в газете. То есть не потерять читателя и привлечь новых. Я рассматриваю профессию журналиста в будущем. Вот какие советы вы можете мне дать? Профессия журналиста, как мы уже с вами говорили, она требует от человека разносторонней эрудиции. Вот, ну и, конечно, так скажем, соблюдение профессиональной этики. Дорога в журналистику, она не выслана бархатом, требует терпения, конечно же, потому что сейчас деньги, вот если говорить на сегодняшний момент, я не знаю, как будет завтра, на сегодняшний момент вообще русское общество, ну, может быть, и западное тоже, но насчет русского точно видно, что оно переформатируется. Это вызвано определенными финансовыми сдвигами, это кризисы повлияли. То есть сейчас от человека в любой сфере требуется повышение его профессиональных качеств, и количество выработки полезного продукта в определенный, в тот же промежуток времени. То есть в отношении журналиста ты должен делать намного больше за те же деньги, за то же время. Поэтому те, кто сейчас идет в журналистику, они должны задать себе вопрос, а готов ли я на такой шаг? И действительно надо быть уже предупрежденным о том, что первые несколько лет, это возможно даже 3-4, это возможно будут поиски, это возможно будет маленькая зарплата. Все-таки работа журналиста сегодня, она связана с такими трудностями. Вот. Ну и, конечно же, нужно постоянно быть готовым к каким-то новым знаниям и к изменению ситуации. Вот. Поэтому нужно быть мобильным и нужно обладать всеми навыками сопутствующими, потому что сейчас журналист, он зачастую не только должен общаться с людьми, хорошо разбираться в технике, должен владеть соцсетями, должен разбираться в технологиях, о том, как должен знать о том, как работают все основные площадки распространения информации, потому что там сейчас уже выработаны определенные правила размещения контента, что он должен соответствовать определенным критериям, это и правовые какие-то основы. Вот. Поэтому журналист — это, так скажем, не сахар, вот, если правду говорить. Но с другой стороны, Эта профессия очень интересная. Я вот даже не знаю, чем бы я сейчас мог заниматься, если бы я не выбрал вот эту профессию журналиста. Мне кажется, было бы очень скучно. Вот. И уйти сейчас в какую-то другую сферу я уже не могу. Я могу сейчас только, вот, ну, как, по прошествии этих лет, я уже понял, что некоторые направления мне более интересны. Я уже знаю, в каком плане я хочу развиваться именно в журналистике. Так как направлений действительно сейчас в журналистике много, и она никуда не исчезает. Вот. Говорят, что, ну, точнее, не то, что говорят, а, в принципе, с изменением общества и с увеличением, ну, с прогрессом в обществе какие-то профессии исчезнут. Это объективная реальность. Профессия журналиста не исчезает, и она еще очень долго будет актуальной. То есть плюсов больше, чем минусов? Ну, для меня, да. В современном обществе блогер может заменить весь штат работников СМИ. Что вы думаете по этому поводу? При определенных обстоятельствах, да. И действительно есть очень много талантливых людей, которые делают очень-очень хорошие передачи, заменяя всю группу. Но в определенных, не только в определенных случаях, да, это... Тот же Вилсаком или Антон Птушкин, которого я очень люблю. Ну, во-первых, чтобы заменить собой всю съемочную группу, нужно обладать этими умениями. То есть ты должен выучить, что делает оператор, ты должен выучить все навыки монтажера. И это определенное время. Возможно, это не вся правда. Возможно, вот эти люди, которые представляются нам на YouTube там, или на других каналах, что они делают все это сами, притом умудряясь еще работать на каком-то федеральном канале или просто крупном телевизионном канале. Скорее всего, они лукавят, и есть определенный штат, который им помогает. Например, тот же монтаж. Потому что монтаж очень трудоемкое занятие. Мы с вами сейчас пообщаемся полчаса, а потом монтажер будет сидеть и 3 дня это доводить до идеала, вырезая все наши запинки, какие-то моменты, перебивки, плюс музыка. А если это какой-то объемный фильм, где требуется и точность, и определенная исследовательская работа, а если еще будет какой-то крутой монтаж с определенным использованием определенных техник, это вообще может работа затянуться и на месяц. А чтобы вот оперативно выдавать вот такие новости, почему? Потому что мы знаем, что и на Ютубе как бы люди, зрители не любят, когда ролики выходят раз в месяц, как у того же BadComedian. Вот у него понятно, я там 100%, ну не 100%, да, но можно быть практически уверенным, что Евгений Баженов выпускает свои ролики самостоятельно. Почему? Потому что у него они выходят очень-очень редко. А есть другие блогеры, которые более часто выдают контент, очень хорошие, да? Но нельзя сказать, что они это делают сами. Но, тем не менее, такая возможность, конечно, есть. Но если применять это, примерять как бы на региональное издание, то региональное издание никогда не заменит один человек. Потому что тот охват, который требуется, подход, может быть, профессиональный, который нужен, они складываются из умений разных людей. И региональная СМИ не может, скорее всего, региональная СМИ никогда не сможет представлять один человек, именно потому что газета представляет собой интересы многих людей, и ужимать его до мнения, даже пускай и очень широкого специалиста, даже пускай очень грамотного человека, но чтобы это было мнение только одного человека, я думаю, региональное СМИ оно не может себе такого позволить. И если оно уж опустится, так скажем, до такого, то оно уже перестанет быть региональным. Спасибо, Константин, что вы пришли к нам в студию. С вами была Валерия, и это проект «Разговор о главном». Подписывайтесь на наш канал, комментируйте, ставьте лайки и делитесь в соцсетях. До новых встреч!